пока долго не заходил, там 5-7 дней, не помню точно. Понавыходило кучу обновлений. Что-то даже поправили. У меня наконец-то вместо баксов появилась листва, вместо двух столбов появился водопад. Не знаю насчет. Кстати, я не смотрел. Заменили они, нет? Так, где это у нас есть? Значки ресурсов. Да, значки ресурсов они подправили, но не все. Опять аккумулятор не показывает. Стержень ядерного реактора там белый был. Кремний тоже белый был. Вот эта хрень была белая. Что это такое? Потом будем разбираться. Боксит, за которым я ехал, хотел ехать хрен знает куда. У меня пока здесь, прямо возле базы есть. Я его как кремний. У меня там пару-тройку видео назад есть. Видео, где я кремний добывал, показывал, как его добывать. Вот здесь, по сути, то же самое все. Только там я снизу вверх поднимал. При помощи вертикальных транспортеров. Здесь я, наоборот, снизу, сверху вниз опускал его. При помощи ранца и платформ. Блин, у меня опять вся панель слетела. И да, опять... Новое обновление, новым персонажем начинаю, хорошо отходит старые сохранки. Вот он мой старый стоит. Мне пришлось тут все, ну в смысле не все, а оружие новое сделать. Потому что, ну, по-другому не получается мне забрать с него все. Так вот убиваешь, заходишь, взять все. Опять это все, весь экран. Так, и как у меня это было, это все... О, они поправили, теперь быстрее это все убирается. Так, что мне нужен ранец. Мне в первой у меня стояла дубинка. Потом вот так, как-то так. В принципе, это маловажно, все равно. Так, это что мне? А, это я против радиации уже сделал, но у меня костюма еще нету. Мне нужен алюминий, по-моему, если я правильно помню. Но я сейчас не буду, наверное... этим всем заниматься. Я сейчас... Нет, мне надо этим заниматься. Я вот здесь платформу расширил. Так, топливо у меня есть. Вот она у меня платформа какая здесь получилась. Пока временно так вот столбы поставил, но это все будет переделываться. Подлагивает почему-то игра. И по всей ее поверхности, наверное, скорее всего, буду эти платформы ставить. Здесь у меня будет ядерное электричество. Угольное, скорее всего, с той стороны оставлю. Плюс еще геотермальный источник надо будет посмотреть. Как только я сделаю атомное электричество, я начну фигачить вот здесь вот полностью все переделывать. Чтобы у меня вот не было лента над лентой, через ленту под лентой и так далее и тому подобное. В окно через окно, там через одно вышло, тут же в другое зашло. По максимуму все будет аккуратно сделано. Потому что площадь будет огромная, задействована. Просто я вот туда, возможно, еще проширюсь, если надо будет. Ну, бетона здесь очень много израсходуется. Но у меня и там 3 или 4 месторождения задействовано там с энергетическими ядрами. Так что, я думаю, мне этого всего хватит. А пока что мне нужно сделать? Что у нас? Бурильщик тоже не нарисован. Ядерную установку не нарисовали. Так. Мне нужно делать алюминий. Мы сейчас оденем экзоскелет. Надо добежать по-быстрому. Как хорошо, когда смотришь видео, не записываешь его. Хренакс, ты уже в точке назначения. А не бежишь. Сколько это? Минуты две, наверное, бежал. Это я еще только начал строить свою базу. Я еще вот в ту сторону ее буду расширять до конца. И примерно на той же высоте. А, нет, чуть выше, чем вот это вот. То есть там ядовитый туман мне доставать не будет. Плюс я, получается, избавлюсь от всех вот этих нагромождений. Вот оно, мое любимое нагромождение вот здесь. Это самый такой этаж, над которым я дольше всего возился. Тут не пойми, что над чем и куда и когда вообще идет. Я уже сам начинаю потихоньку путаться. Так, и что мне нужно? Мне нужно делать алюминий. Из чего он делается? Не из чего. А где он делается? Делается из кремния. Боксита, по-моему. Так, это у нас что? Это у нас изготовитель.
Есть у меня здесь как он? Ассемблер, во, забыл, как называется. Ассемблер. Радиатор. Алюминий шит, тонкий, легкий, очень прочный лист. Да. А, нет. Он делается из меди и боксита. Перепутал, значит. А что? Я же могу на X нажать. Так, equipment. Мне нужен... Что мне нужен? Hazmat Suit, вот этот вот. Так, это все у меня есть. Кроме альклад, алюми... Короче, алюминия. Пластин алюминия с моим английским. Это... Ну, в смысле, с отсутствием его. Кремний, алькалат... Алюминиевый слиток. А, вот, алюминиевый слиток делается из кремния и боксита. Все правильно, я про кремний говорил. Так. А это где делается? Это, наверное, делается там же, где и уголь. То есть, получается, у нас есть плавильня, есть литейная. Есть у меня ресурсы посмотреть? Да, алюминиевый слиток, вот он делается. Сейчас немного пока градушек поделаю. Награжу этого всего непонятно как. Потому что, ну просто сделать алюминий, сделать костюм, чтобы я мог добывать уран. Точнее не то, что чтобы я мог добывать, чтобы я мог начать там добычу. Хотя, зачем мне это нужно, если я же не буду его вручную добывать. Хотя нет, наверное, для исследования мне надо будет его отдать. Так, какой-то получился вопрос такой интересный. Угу. Что делать? Хорошо. Бурильщик, нефтезавод. Ну так, у нас электричество. При помощи чего? Как нам вообще это сделать? Угольный топливный, ядерная установка. Что мне на нее нужно? Это я все произвожу. Мне, скорее всего, для нее нужно будет... Так, откройся. Где это? Где-то я здесь что-то видел такое. Стержень ядерного реактора. Вау. Это все как-то сложно. Как бы с этим совсем разобраться. Мне нужно вот это я смогу сделать. Вот это что такое? Uranium cells. Это где это? Что это? Это уран, наверное, сам уран получается добывается как? Так, ладно, где у меня есть буровые? Надо в буровых посмотреть. А, у меня здесь рядышком есть буровые. Я же здесь известняк добываю для цемента. Баги мой стоит, который я приготовил, чтобы ехать за бокситом, а он оказался у меня рядышком. Вообще база, вот я с первых видео говорил, что замечательное место. В итоге у меня практически все рядышком есть. Сим, уран, боксит, кремний относительно недалеко, нефть. В принципе, все тут относительно в пределах там. Ага, я не посмотрю. Это не изготовитель, который зашел и посмотрел. Так. Я прям даже, короче, потерялся, что мне делать. За что мне браться. Ладно, попробуем производство электричества, оптимизация. Где это производство? Бурильщик. Ну, гулять-то гулять. Бурильщик 3 я себе сделаю. Попробую сбегать до урана. У меня же скан, по-моему, есть урана. Уран. Поставить добычу. Получится у меня это сделать или нет? Если у меня это получится сделать, то мне, в принципе, костюм-то нафиг не нужен. Так, что мне нужно? Вот у меня есть электричество провести. У меня нет. А, есть. Электричество провести у меня тоже все есть. Все, мне только нужно взять вот то, что...
справа у меня показывает. Ага, турбомотор мне нужно сделать. Турбомотор. Из чего делается турбомотор у нас? Что за неведомая фигня вообще? Где он есть? Турбомотор. Здесь никак нельзя его добавить. Мне однозначно надо делать алюминий. Все, я понял. Значит, очищаем список. Что мне нужно? Пару литейных. Есть волшебный сайт. Ссылочка в описании будет. Что мне нужно сделать? Мне нужно сделать алюминиевые пластины. Хренакс. Мне нужна одна плавильня, одна литейная. Так, ремнезим у меня уже делается. Боксит у меня уже делается. Значит, мне нужна литейная. Медная руда. А, мне по сути нужна литейная и ассемблер. Один ассемблер и одна литейная мне нужны. И в принципе все. Сворачиваем. Так. Очистить список. Мне нужна одна литейная. И зачем я туда вышел? И один ассемблер. Я начну себе делать уже пластины. Так, по-моему, где-то здесь я могу блочно-модульный перехватить. Ух ты, что это их тут так много. А чего мне не хватает? Понятно. Сейчас я уже не буду заморачиваться с ресурсами, которых мне не хватает. Потому что все равно производство буду все полностью переделывать. Так, а где у меня это делается? Так, это не здесь. Наверное, вот здесь. Нет, не здесь. Твою мать. А, просто не успевает делаться. Хорошо, у меня ядер все равно сейчас нету. У меня там 100, наверное, с лишним штук, я их уже пора стратил. Так, для конвейеров у меня все есть. Я... Блин. В принципе, наверное, где-то здесь я сейчас поставлю это. Недалеко от кремния, боксит сюда подведу. Чтобы там не застраивать, потому что я там в дальнейшем буду строить. Ну, начинать оттуда. Нефтепроизводство у меня там будет. Урановое производство. С кремнием посмотрим. Скорее всего, куда-то сюда ближе его отнесу. Так, а я... Так. Так. Это сюда пошло. Наверное, мне все-таки нужно было... Сейчас, секунду. Еще раз сюда смотрим. И еще один конструктор, наверное, сделать. Ну, вот это же кремний. Это же... Это кварцевый кристалл. Так. Нет, кварцевый кристалл же вот он идет. А, это необработанный кварц. Я тогда что-то слабо себе представляю, как это все сделать. Так, где эта хрень? Кварцевый кристалл. Кремний. А кремний еще делается из необработанного кварца в кремний. То есть это... Все-таки мне еще один конструктор нужен, получается, значит, тогда... Что мне не хватает? Укрепленных пластин 3 штук. И все? И все. Где-то здесь у меня они, по-моему, должны делаться. Для чего-то. Да, вот она. Я сейчас здесь надо перехвачу немножко. Так, у нас здесь мне нужна оптимизация умной, и не хочу пока умными. Умный разветитель, конвейер разветитель. Все, перебрал. Как-то так.
Угу. Вот это у меня сюда добавляем. Вот это сюда ставим. Все. Панелька же у меня немного поменялась. Что, зачем я это делаю? Зачем? Стой, 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 стой. Вот, вот так. Так, что у нас теперь? Хорош лагать. Производство, конструктор. Пофигу, все равно потом переделаю. Мне сейчас для начала сделать алюминия. Так, мне кремний. Электричество мне. А я могу здесь день пока подрубить его. Все, пускай начинает фигачить. После смотрим быстренько. Конструктор. Литейная. Литейная мне нужна. Мне нужно боксит сюда подвести. Ого! Вон оттуда. Я побежал. Так, боксит уже рядом. Мне нужна литейная теперь. Как-то. Да хрен с ним, как-то так, пускай. Смысл сейчас заморачиваться. Сейчас только стоит сделать атомную электроэнергию, вот эту. На уране, точнее, не на атомную, а урановую электроэнергию запустить. И все это мне уже не пригодится. Алюминиевый слиток. Провода. Думаю, мне их много очень не надо для начала. Я забыл скинуть. Ну, значит, тогда сделаем вот так. Что у меня здесь еще больше? Ничего не надо скидывать, боксит никакого. Так, и после этого мне нужен ассемблер. Ассемблер. Ассемблер, ассемблер, ассемблер. А, медь. Медь. Мне нужна медь. Так. Для начала мне вот это надо. Медный слиток. Медный слиток у меня, по идее, где-то здесь поблизости должен быть. Тихо, тихо. Так. Как мне это сделать? Так, оптимизация, разветвитель. Нормально здесь расстояние хватает, хватает. Все. Отсюда. А здесь мы сделаем вот такую хрень. Как их вначале не хватало, вертикальных этих лент транспортных. Интересно, сразу достанет? Скотина. Так, у меня там есть чуть-чуть слитков в день. Вот они. Так, электричество. И само собой склад. Организация. Радиолокационная вышка. А, радиолокационная вышка у меня уже стоит. Я уже даже забыл про нее, что она у меня есть. Ну, здрасте, приехали. Не хватает ресурсов, причем ресурсов, которых у меня в принципе не так уж и много. Да, не особо быстро он медные слитки делает. Ладно. Переживем как-нибудь. Вручную сейчас принесу. Так, ну с трубами вот этими мне в принципе проблем нету. Они вот у меня вот в ряд стоят. А вот этот вот там стилбим, более блатной стилбим, который с ним проблематично немного будет. Так, этого мне хватит. И теперь нужно этажом ниже. Вот, вот как раз его-то у меня сейчас, и, оказывается, начался дефицит. Так, мне, по-моему, 15 нужно было. Ай, хрен с ним. Пускай подкопится, если что, потом еще раз бегаю. Отсканировано 100%, отсканировано 100%. Что дальше? Отсканировано. Что это дает вообще? Кто-нибудь там подскажите, напишите в комментариях.
Так, сейчас до ленты долечу, оттуда быстренько домчим. Надо ленту себе сделать, как будет это, как это назвать-то, как стартовая площадка будет. С нее разгоняться и летать. А, ну, в принципе, пока тут с медью все хорошо. Я уж думал, опять не хватает. Все, алюминий у меня копится. Что-то мне нужно было из него еще делать. Охренеть, лента. У меня здесь не особо быстро делается кварц. Так что, в принципе, мне меди будет хватать, я думаю. А, деоны и алюминиевые пластины не быстро делаются. Все, с этим хорошо. С этим разобрались. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Электричество. Ядерная установка. Это у меня, в принципе, это я все добуду. Так, мне по ресурсам нужно посмотреть, что мне нужно. По логике вещей, стержень ядерного реактора. По-любому эта хрень нужна. Я все-таки попробую, сбегаю буровую поставлю. Так, что мне нужно? А, так, по-моему, для буровой третий уровень он мне не нужен был. Да, мне нужно было 5 трубомоторов сделать. Так, сейчас. Что делать? Что делать? Мне нужно верстак, наверное, поставить. Я здесь могу. О, замечательно, чтобы не бегать далеко. Так. 5 турбомоторов мне нужно сделать. Мне нужно сделать 5. Для этого мне нужно 10 блоков радиоуправления. Что это вообще? Из чего это делается? Для этого мне нужно сделать 60 радиаторов. Хорошо, идем. Чем дальше, тем больше запутаем себя. Так. Все. Теперь. Что я могу собрать? Я могу собрать... А, ну, в принципе, все. Вот для... Кроме того, из чего делается... Что, точнее, делается из алюминия. О, у меня вот он, кремний. Блин. Причем до хрена кремния. Полный склад у меня кремния. Ладно. Пусть будет. Зачем он мне будет? Нафиг он мне нужен? Эть, стоп, не падаем. Хрен с ним, не хочу сейчас ничего переделывать. Потом все равно куда-то все эти склады, все эти ресурсы буду скидывать. Освобождать это все, перестраивать. Не знаю, сколько на это часов потрачу. Или дней. Так, мотор, резина, компьютер. Мотор, резина, компьютер. Все, я больше ничего не достану. Остальное это все изготавливать. А, ну алюминиевые пластины, это понятно. Так, резина у нас во втором складе. В центральном. Ух, твою ж мать, а у меня же все это не влезет. 724. Так. Патронов у меня много. Возьму еще потом. Это у меня тоже лишнее. Все с резиной. С резиной у нас все. Что мне еще? Мотор и компьютеры. В принципе, все. Компьютеры у меня, по-моему, вот в этом складе должны быть. Мне даже наверх они, по-моему, едут. Так, мне нужно 10 штучек. Оп. Моторы, вот они стоят, у меня их тоже запас там завал.
Взлетаем. Там из угля и чего-то еще, какого-то там модного угля, не помню. Короче, можно турбо какое-то там топливо будет делать в дальнейшем. Мне интересно, вот с ним как я буду на ранце летать. По-любому оно должно будет в ранец запихиваться. Иначе это будет неинтересно. Так, я сейчас все-таки кремни отсюда пущу. Ай, нахер, нет, все. Так, что я сейчас могу сделать? А, у нас же есть переблатная галочка, так вот, оп. Я сейчас ничего не смогу сделать. Я же пластину алюминиевую не взял. Ну, вот 100 штук эти возьмем, которые есть. Первое, это у нас радиатор, что можно делать, но я не могу делать, потому что у меня нету места. У меня радиаторов 60 штук, я могу 25 сделать. В принципе. Это я для чего делаю? А, это для буровой. Ладно. Я думаю, это все за кадром сделаю, подготовлю. В следующем видео будем уже добывать уран и строить... Сейчас скажу, как это называется. Ядерную установку. Урановую ядерную установку. Все, а пока. Всем спасибо.